Организация Save the Children выпустила ролик, призывающий принять участие во всемирном марафоне в защиту детей. В фильме снялись знаменитые актеры, сообщает информационное агентство Runews. Марафон проходит в октябре по всему миру, и в нем участвует больше 50 тысяч детей в 67 странах. Цель марафона – привлечь внимание людей, а также средства для программ по спасению детей и улучшению их условий жизни. Нет ничего важнее, чем гарантировать каждому ребенку необходимую медицинскую помощь и еду. Президент и исполнительный директор организации «Спасите детей» Колорайд Майлз сказал, цитирую, «После нашей организации по всему миру поддержали нас все компании. Мы хотим, чтобы этот динамичный фильм вдохновил людей по всему миру. Все дети должны иметь доступ к медикаментозному обслуживанию и благополучной жизни, независимо от того, где они родились».